Привет, друзья! Сегодня у нас 5 ноября, а это значит сегодня Bonfire Night. В Великобритании в ночь на 5 ноября празднуется праздник фейерверков. Это Bonfire Night, или же они называются, это так, праздник костров, или же Fireworks Night, праздник фейерверков, или же это праздник называется Guy Fawkes Night, ночь Гая Фокса. Если вернуться в историю, то 5 ноября, в ночь на 5 ноября 1605 года группа заговорщиков, католиков, решили поджечь парламент Великобритании в Лондоне. В этот день должно быть заседание членов обеих палат парламента и судейской власти страны, ну а также король Яков I. И человек по имени Гай Фокс решил поджечь пороховые бочки в здании Вестминстерского дворца. И один из заговорщиков сообщил лорду об этом заговоре, об этом намерении поджечь парламент. И лорд уже сказал королю, чтобы тот на следующий день не приходил в здание парламента. И таким образом на следующий день Гай Фокс был задержан и арестован. Ну, сейчас по традиции Великобритании в ночь на 5 ноября празднуется этот день, ночь фейерверков, поджигаются костры и сжигается чучело Гая Фокса. Ну и устраиваются красивые там фейерверки, салюты. Так вот празднуем мы. И сегодня мы поедем в Лейланд, это недалеко от Престона. Посмотрим на красивые фейерверки, на сжигание чучела Гая Фокса. Вот так вот повеселимся. Вот сейчас палят костер, спаливают Гая Фокса. Много людей собралось вокруг. Холодно сегодня вообще по-зимнему так. Like his flag, eh?
the background. Look at those high ones. Look at that one. Bonfire night закончилась, люди уже расходятся. Толпа огромная, сейчас у нас сколько, 9 часов вечера. Мы простояли в толпе, наверное, полчаса. И вот, наконец-то, начали двигаться вперед. Людей много. Ну, все. Было интересно. Салют. Ну, такой не очень, конечно, в прошлом году было намного лучше. Такой слабенький в этом году был. Ну, все, да. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.